Здравствуйте! В эфире программа телеканала «Самара ГИС» «Право на маму». Вот и побежали сентябрьские деньки, а вместе с ними и начало нового учебного года, а это значит уроки, домашние задания, оценки, встречи с друзьями, открытие чего-то нового. Уверена, что каждая семья обязательно заранее готовилась к 1 сентября. В нашей программе мы расскажем о том, как готовились к школе в семье мамы Юлии Васильевны и ее четверых детей, а еще о главной мечте мальчика Руслана. Смотрите программу «Право на маму» в понедельник, 9 сентября в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».